Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ваших экранах баскет-холл в Краснодаре. То самое место, та самая арена, где сегодня пройдет самое настоящее баскетбольное сражение. Шестой матч полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ «Локомотив-Кубань-ЦСКА». Дуэру масленица, но всегда заряжен. Активен. Переход Утинский! Отличный Утинский. Вот он сверху. Опыт финалов, Дима, видишь? Кольцо не заходит. И Хортон здорово защищался. Быстрый отрыв. Емченко попадает под блокшот Курбану. Да, это защита уровня уже плей-офф. Тут надо нести надежду на то, что можно сотворить историю здесь сейчас. Ведищев попадает тяжелейший трехочковый. Там попадает под блок Криса Хортона, но не самая удобная передача американца. На Емченко заканчивается потерей. Жан-Шарль, Кейкок и бросок сверху. Связка больших. Тягивается 3 секунды всего лишь на бросок, и успевают хозяева паркета в итоге мяч в корзину отправить. Крис Хортон. Вот это лох открывался для этого пик-н-ролла. Он будет, значит, еще лучше открываться. А здесь быстрый отрыв. Ружицев отправляется в полет. Самый быстрый. И Локомотива Кубани. Собственно, не так много игроков, которые в этот матч еще не входили. Руженцев! Это домашняя заготовка. Руженцев словно ждал эту передачу. Может забить с игры Швед. Но может забрать подбор. И еще раз очки второго шанса Никита Курбанов. Да, лучше себя показывает как ассистент. И мы поймем, почему после этой передачи. Это заявка на лучший алиуп этого плей-офф. Ну, хотя бы полуфинала уж точно. Матч номер 7, он будет решающий. Швед пытался найти контакт. И здесь, да, подбор практически остался за ЦСКА. Кумперцел. Вот она, стихия Локомотива Кубани. 35 очко Лока всего лишь. Или это должны быть двузначные величины. Например, в очках, подборах и в передачах. У Шведа сейчас, да, 8 передач, 7 подборов. Получит заслон от Кейкока. Открылся Кейкок очень быстро и сверху. То, как умеет делать Девон Декей, как лучше всех. Мицы впервые за много-много лет. Барфорд на Мартюка, и тот одной рукой алиуп завершает. У Александра Секулича после сегодняшнего матча вопросов не должно быть. И Даллас Мур еще пытается набрать очки и делает это. 98-75, уверенная победа ЦСКА в Краснодаре.